Этим вальсом Чарли Чаплина мы начинаем церемонию шестую по счету, теперь уже международной премии имени Андрея Толубея. Поскольку в 2005 году, когда мы выпустили его пьесу «Александрия», этот вальс был лейтмотивом спектакля. Андрей Юрьевич пришел тогда вскоре после Нового года смотреть пьесу, взял длинную паузу после просмотра и потом сказал: «Мне это понравилось». На обложке книги, на сухобложке он написал: «Спасибо за чудо в Яве». С 2008 года проект «Современная петербургская драматургия» носит имя Андрея Толубеева. Ежегодный фестиваль одноименный тоже носит имя Андрея Юрьевича. А в 2010 году вместе с Екатериной Дмитриевной Толубеевой мы учредили эту премию. Премия учреждена при поддержке Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей, администрации Московского района, государственного учреждения культурно-досуговый центр в Московске, Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Премия имени Андрея Толубеева присуждается за значительный вклад в развитие современного театра, кино и современной драматургии. Символы премии – бронзовые скульптуры ангела. Ангел – это одно из действующих лиц премии, пьесы Андрея Юрьевича «Александрия». Бронзовые скульптуры ангела – работы заслуженного художника России Бориса Сергеева. Борис Михайлович, покажитесь. Жюри премии 2015 года. Елена Алексеева. Елена Сергеевна. Николай Буров. Евгений Миронов. Ну, он в Москве. Он в Москве. Да, Евгений Миронов. Евгений Витальевич – лауреат позапрошлого года, лауреат этой премии. Иван Краско. Екатерина Толубеева. Иван Покорный слуга Владимир Фунтусов. За прошедшие 5 лет лауреатами премии стали Николай Бурляев, Николай Буров, Лев Додин, Евгений Миронов, Константин Плужников, Вячеслав Полунин, Нина Усатова, Татьяна Шестакова, Юрий Барбой, Валерий Галентеев, Виктор Новиков, Вениамин Ферштинский, Юрий Швацков, Сергей Каковкин, Анастасия Мельникова, Леонид Мозговой, Владимир Тыкке. Владимир Александрович. Артисты: Сергей Дрейден, Елена Соболева, Елена Шварева, выпускница курса Андрея Юрьевича, режиссер Андрей Могучий, он в ВДТ. Драматурги: Тарас Дрозд, Сергей Носов, Игорь Шприц, Николай Якимчук. Спонсор петербургских театров: Вадим Сомов. Бывший сокурсник Андрея Толубеева по военно-медицинской академии, заслуженный врач России Петр Зубарев. Петр Николаевич. Издатель: Елена Алексеева. Поэт, автор, исполнитель Александр Городницкий. Экс-председатель Комитета по культуре Николай Буров.
Антон Губанков и Владимир Яковлев. Ведущий артист республики, Национального театра Республики Абхазия Кисоу Хагба. Президент Аниловского театрального центра Юджина Анила Джордж Вайт, Соединенные Штаты Америки. Мы переходим непосредственно к церемонии вручения. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Затем слово было доверено человеку, а людьми оно было передоверено особым категориям людей – писателям, людям искусства, священнослужителям и крайне необходимым, наверное, первым в этом строю – это служителям нашего библиотечного цеха. Им было доверено печатное слово, которое зафиксировано на века. Мы так часто проходим мимо этих якобы скромных людей, но ведь мы все где выросли? Вот так, если посмотреть, где? На Маховой и в театральной библиотеке. Мы сейчас отправимся на минуточку в театральную библиотеку в видеоварианте, и нас поведет по залу этой театральной библиотеки Андрей Юрьевич. Пожалуйста. Микрофон от экрана. Второй.